часов утра мы вышли из дома. Это уже на другой день. Остальные спят, и мы идем к роднику снова. Первый день мы его не нашли. Родник должен быть вот где-то здесь, в районе вот этого подножия. Точнее, даже не подножия, а где-то середина горы. По приметам должен родник находиться вот в этой части. Это двое, которые пошли со мной сидеть в 5 часов утра. Мальчики все спят, а это мы на подъеме. Вот, наконец, тропинка нас выводит к роднику. Вот он, сам родник. Это такой вид открывается со стороны родника. Вот такое как бы окно. Самое интересное, что труба изначально туда идет терракотовая, глиняная, керамическая, обожженная. Свет. Сколько этой трубе тогда лет будет? Сотни. Вас снимают скрытой камерой. Улыбнитесь. Недолго думая, мы решили подняться еще и на гору. Показалась вершина. Впереди Дуня на лихом коне. И вот мы на вершине. Ну, в принципе, не так и сложно. Высота 483 метра. Как впечатление? Вообще красиво. Света, красиво здесь? Вот это вид отсюда. Идеальная позиция для съемки. Это у нас уже Новый Свет с бухтами и Царским пляжем. Это хребет Таракташа, где нашли 20 килограмм золота. К сожалению, не мы. Загадка природы, сточные две горы. Никто не может ответить, почему у них такое плоское. Такая плоская крыша. Нам все нипочем. Сейчас я спуск от родника и домой. Как пшеница такая.